В рамках 9-го заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Российско-Таджикском славянском университете прошла открытая лекция, которую провели представители Управления по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации. На мероприятии было отмечено, что необходимо внедрять антикоррупционные практики, обучать студентов принципам этики, честности и развивать механизмы контроля безопасности и прозрачности в профессиональной деятельности. Сегодня проходит 9-я Межгосударственная ассамблея по противодействию коррупции. Как мы все знаем, коррупция является антисоциальным явлением, которое запрещено законом. Данная проблематика является очень актуальной на нынешнее время. Наша республика всячески предпринимает различные меры, концепции по противодействию коррупции и пресечению фактов коррупционного проявления. Мы, преподаватели Российско-Таджикского славянского университета, также ведем занятия по противодействию коррупции и всячески способствуем предотвращению и профилактике коррупционных проявлений на территории и нашего государства, и на территории вуза. На открытой лекции студентам и преподавателям были презентованы механизмы и методы борьбы с коррупцией в системе государственного управления, модели антикоррупционного управления и инструменты воздействия на проявление коррупции. Специалисты также рассказали о важности внедрения обеспечения организации и координации противодействия коррупции, а также реализации обязательств государств-участников соглашения в сфере противодействия коррупции и конструктивного сотрудничества с международными организациями и их структурами. В рамках заседания по противодействию коррупции специалисты отрасли провели нам содержательную беседу. Нам было очень интересно. Мы повысили свои знания в этой отрасли, и мы благодарим гостей за такую содержательную беседу. Хочу выразить большую благодарность за проведение таких мероприятий. Я считаю, что они необходимы для студентов вне зависимости от направлений. Они помогают нам узнать о законах. Лекция по противодействию коррупции пригодится не только в рамках нашего вуза, но и в нашей дальнейшей жизни, в опыте. Я считаю, что это очень важно для развития и улучшения знания. Преступления с коррупционной направленностью причиняют существенный вред авторитету государственной власти, препятствуют нормальному функционированию органов государственной власти и управления, а также аппарата управления иных органов и организаций независимо от форм собственности и подрывают доверие граждан к властным структурам. Необходимо убедить общество, что коррупции можно противостоять и что существуют инструменты, чтобы обуздать ее. Зумрад Файзиева, Далера Джабов, Дильшоди Хушбахт. Новости.